всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с крутой рубрикой «Битва за контейнеры». Всем здорово! Ну и рад вас приветствовать, чуваки, на новом видосе по открытию контейнеров. И сегодня он получится мега крутым и эпическим, потому что сегодня у нас будет спецвыпуск. И как вы догадались по названию видео, внутри 40 контейнеров мы с Пашей будем выбивать кучу байков, велосипедов или мопедов, которые нам предстоит выбрать с помощью рандома или на свою интуицию. Да, чуваки, сегодня у нас не будет ни спорткаров, ни суперкаров, ни внедорожников. У нас только двухколесный транспорт. Поэтому, чуваки, давайте проверим, кто сегодня заберет себе самые крутые байки и победит на них в испытаниях. Потому что испытания будут мега эпическими. Но я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого настроения. Ну и с каждого любителя мотоциклов лайкос под этот видос. А мы не будем тянуть, погнали уже начинать нашу рубрику. Ну а теперь, чуваки, два мегабайкера готовы себе собирать коллекцию мотоциклов, велосипедов или мопедов. О, там же еще квадроциклы есть, поэтому сегодня может быть коллекция квадриков у кого-то получится. Чуваки, кто из нас соберет самую крутую коллекцию байков, давайте узнаем, потому что именно от наших мотоциклов зависит еще победа в ролике. Ну а кто будет первый, кто второй открывать контейнеры, давайте узнаем, благодаря нашему мега любимому шоу «Камень, ножницы, бумага». Let's go! Это что такое, Паша? По нам кодил себе. Давай! Чуваки мне написали один предмет, который просили меня очень сильно назвать. Больше всего было именно этого предмета в комментариях. Поэтому, ребята, я его назову вот этот вот. Ну давай! Ну что, готов? Я готов. Раз, два, три! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Бумага! Да! Ребята, вы меня подставили. Как? Он уже читает ваши мысли! Не только мои! Еще теперь ваши научатся читать. Хорошо, Паша победил. Окей, ты сегодня первый будешь открывать контейнер, и у тебя есть выбор. Первый контейнер ты будешь на свой выбор открывать или с помощью Алисы, а? Ну, знаешь, я Алисе не доверяю, поэтому окей, я выберу лучше на свой выбор. Давай, давай, знаю, Паша сейчас себе самокат выберет или велосипед, чуваки. А я вот давай наоборот, выберу себе какой-нибудь трактор, мобиль. Давай, вот у нас вот 40 контейнеров, тут и развалюхи есть, и старые дедулькины велосипеды, и мопеды, и даже спортивные байки. А вот что достанется, открывай. Слушай, пожалуй, я начну, наверное, с левых контейнеров, поэтому выберу, наверное, число от 1 какое? До 10. Так, ой, чтобы выбрать. Я знаю, что у Паши всегда любимое число — это семерка. Ты его будешь сегодня открывать или пропустишь? Ну, я не знаю, я в прошлой серии его открыл, поэтому да, сейчас не буду. Ой, а вдруг там находится реактивный байк? Давай. А я второе любимое число выберу, число 8. Все, окей, Паша себе выбрал 8-й контейнер, чуваки, поэтому давайте проверим, что ему там достанется. Куда ты убежал? 10-й, это вот этот 9-й и 8-й. Вот тут, ты готов? Ты где? Давай, открывай, я сдаю. Раз, два, три, и у Паши сегодня... Что? А это что? Снегоход! Я даже не знал, что внутри снегоходы могут быть! Ребята, это не только мотосерия, это снегоходная серия! Лёха, может, мы в следующем году запишем ролик? Не знаю, а он по траве нормально ездит! Мне кажется, у нас зима уже закончилась! Вроде хорошо! Ладно, теперь, чувака, моя очередь! Чувака, моя очередь! И давайте посмотрим, что я выберу! Так, я, наверное, сделаю, как и Паша! Первый раунд давайте я с помощью своей интуиции выберу, а на второй раунд прошу у Алисы число. Так, так, так. Если Паша называл восьмерку, что если я назову твое любимое число? Число 7. Вдруг там находится спортивный байк Шатара. Нельзя, так нельзя. Вот на тебе пульман. Мой шлем скинул. Ах ты негодяй. Такой красивый был. А ты, я тебе оставлю этого ежика на голове. Ну что ж, давай тогда я выберу вторую сторону. Число под номером, под номером. Так, самое красивое. Мне кажется, самое красивое число это 25. 25. Очень красиво выглядит, да? А мне кажется, наоборот, 40 лучше открыть. 40? Последний. Да. Не знаю, 40. Я боюсь 40-й контейнер. Давай, 25 чисто. Вот посередине всех контейнеров это 25 и 35. Я выберу. Посерединке женишься на свинке. Ты будешь на свинке. Все, ребята, давайте 25-й контейнер проверяем. Итак, 21, 22, 23, 24, 25. Все, моя интуиция мне предсказывает, что там находится... Какашка! Компрессор реактивный. Готов? Раз. Да, готов. Давас. И трис. Давай. Что? Стой! Это что такое? Нас перепутали! Мотоцикл! Это для тебя мотоцикл! Для твоего шлема! Эй! Детский мотоцикл выпал! Вы серьезно?
так понимать, ребята. Я что, сегодня буду в толкучке на нем сражаться, что ли? Буду Пашу пихать-то. Ну да, крутой байкер. По коленкам пинать. Ладно, ладно, моя интуиция меня подвела, чуваки. Но ничего, дальше я у Алисы спрошу число. А ты сейчас будешь на Алису или на свой выбор? Я, наверное, давай вот на Алису. Хотя, блин, я не знаю. Окей, все, Алиса, Алиса. Первое слово дороже второго. Поэтому давайте посмотрим, что ему выберет Алиса. Так, Алиса, слушай меня внимательно. Если ты умеешь меня слышать, тогда назови ему развалюху. Погоди, развалюху. Так, еще раз. Развалюху. Все, надеюсь, она поняла. Развалюха для тебя, а я угадаю число. Не-не-не, я ее очень сильно попросил развалюху. Поэтому давай, Алиса, не подведи. Итак, число для Паши от 1 до 40. Мне кажется, будет, наверное, 33. Число 33. Число 39. Число 39! Ты почти угадал. Смотри, ты хотел 40-й, но на один меньше это 39-й. Давай. Погнали, смотри. Погнали, погнали. Надеюсь, там у него ржавый мотоцикл или ржавый мопед. Готов? Готов. Открываю. Открывай. Раз, два, три. Бамс, бамс. Что? Я ничего не вижу. Давай, что там? Что там? Что там? Я вижу, и это крутой квадроцикл. Какой квадроцикл? Это инвалидная коляска. Опа! Чего? Ты откуда его достал? 39-го. Неправда! Стой! Какой ты? Что? А это что тогда такое? Паша, ты давай не мух не люблю. Это вот это 39-й. Смотри, где? Вот, я на нем. A few minutes later. Так, ребята, все по-честному. У меня на экране была инвалидная коляска, поэтому Паша будет на коляске. А у нас этот рассинхрон произошел. Куда ты угнал мой мотоцикл? У меня был этот квадроцикл. Я не знаю, у нас GTA глюкнулась. Почему-то у него квадроцикл стоял в контейнере, а у меня коляска. Ребята, за это лайкос. Но я думаю, по-честному будет именно коляска, потому что все ее видели, и я, и вы. А мы у Паши ничего не видели. Ой-ой-ой. Итак, давай, Паша, вторая тачка для тебя. А, стой, вторая тачка для меня теперь. Для тебя. Да, я обещал, что я выберу эту тачку с помощью Алисы, а точнее мотоцикл. Так. Интересно, интересно. Давай. Я думаю, это будет что-то под номером от 1 до 10. Там находится турбомотоцикл. Так, ладно, давай, загадывай число. Итак, Алиса, назови для меня число от 1 до 40. А я предсказываю число 21. Число 5. О, пятерка! Я, кстати, угадал! У-у-у. Надо было предсказывать точно контейнер, чтобы я получил балл за интуицию. Раз, два, три, четыре, пять. О, это посередине! Смотри, 25-й был посередине, пятатый тоже посередине. Питатый. И давайте его вскроем! Так, надеюсь, у меня там не будет коляски. Раз, открывай, два, три, четыре, пять. Так, мне нравится, что это нижний ряд, поэтому там будет турбобайк. Раз, давай, два, три, бам, бам! Немного получше, чем у тебя коляска, Паша, на тебе. Итак, у меня прессор. Я ж говорил, прессор будет у меня. Ребята, вы понимаете? Это сегодня будет самая угарная битва. Если Паша будет на коляске кататься, а я буду на прессоре летать, это испытание последний выживший будет. Стопудово, последний выживший именно на этих тачках будем. Ну что, давай, последний контейнер, Паша. Но у меня последний, третий байк будет, который тебя сделает. Своя интуиция, считалка или Алиса, что ты выбираешь из способа выбора? Я выберу свою интуицию на считалку. Вот так посмотрю. Мне кажется, знаешь, что минус? У тебя шлем слишком голову давит, и поэтому ты даже не видишь, что открываешь. Нормально, я все вижу, там что-то врешь. Нормально, открывай нормально. Ладно, считалка. Эники, Беники, ели вареники. Давай. Эники, Беники, бам. Ой. 16. Я показал на цифру 16. Давай, 16 контейнер. Я думаю, там будет, ребята, вторая коляска. Итак, погнали открывать его. Нет, я не хочу, стой, подожди, я не хочу. Ладно, давай, пересчитывай. Давай. Эники, Беники, ели вареники. Эники, Беники, бам. 14, ладно, прошли 14. Так, но мне ради интересно, что в 16 находится. Итак, 11, 12, 13, 14, бам! Ну тебе, по идее, повезло. Это что, снегоход опять, что ли, Паша? Это снегоход! Второй раз! Так, для интереса, ребята, 16 контейнер, бам! Что там находится? Ну, слушай, тебе бы обычный байк остался. Так, теперь моя очередь. Так как я несколько контейнеров вскрыл, давайте, чтобы было честно, я с помощью Алисы выберу контейнер, а то я уже с ума сошел. Let's go! Итак, Алиса, для меня последний байк выбери. Пожалуйста, пусть это будет какой-нибудь спортивный или реактивный. Вот, второй опрессор. Число 27. Не надо. И Алиса, назови для меня очень-очень крутой, реактивный, спортивный, самый быстрый, гоночный, внедорожный, вездеходный байк. От 1 до 40. 27, я предсказываю число 27, блин, ну-ка, я получу балл. Выпало число 38.
38! О! Блин! Смотри, у тебя было 39, а у меня 38. Мы соседи, Паша. Ой! Сосед, погнали! Сосед! Так я в ней еще не вот такая будет штука, ребята, у меня соседская. Так, считаем. Это у нас 40, это 39 и это 38. Пожалуйста, пусть это будет реактивный мотоцикл! Бам! Открывай! Что там? Я не вижу. Что там? Я буду сегодня настоящим байкером! Ребята, вы зацените, что за мопед у меня? Серебристый, хромированный. Это байк Терминатора. Ну, слушай, я сегодня вот на такой коллекции, получается, буду соревноваться в испытаниях, а Паша вот на такой. Чуваки, у Паши какая-то снежная инвалидная коллекция, а у меня реактивная байкерская. Ну что ж, давайте посмотрим, что было в остальных контейнерах. И начинаем с самого первого. Погнали! Вот так! О, разлетаются все двери. Арена-вар. Тут была арена-вар. И реактивные. Блин, надо было вот эти выбирать. Погнали ко вторым контейнерам. Интересно, чуваки. Вот отсюда берем и открываем. Просто по порядку. Давай! Я уже вижу турбо-квадроциклы, моноколеса, опрессор, полицейский байк даже был. Паша, Bad Паша. Цикл. Ой, тут могли достаться именно бэт-циклы даже. Ёлки-палки, надо было повнимательнее выбирать контейнеры. Ну а мы, ребята, тюнингуем наши коллекции. И давайте перейдем уже к первому жесткому испытанию. Ну а теперь, ребята, мы уже прибыли на свое первое мотоиспытание под названием «Догонялки». И я взял из своей коллекции самый маленький мотоцикл, а Паша, хитрюга, самый гигантский. Да. Снегоцикл или что это такое? Вы просто посмотрите на различия этих размеров. Это же капец. В испытаниях догонялках мне будет не сладко. Ну а мы проверим, кто окажется быстрее, потому что кто за 2 минуты уедет от воды, тот и получит свой первый балл. Ну и, чуваки, кому нравится битва за контейнеры, тем более с мотосерией, поставьте лайкос и можете написать в комментариях еще какие контейнеры нам провести. Например, самолеты-контейнеры, вертолеты-контейнеры или только бигфутные контейнеры, самые гигантские открывать. Ого! Или с гигантскими тачками, которые... Ой, ребята, пишите, короче, ваши варианты, почитаю и выберу самый интересный. Ну и, конечно, поставлю сердечки. Ну а мы начинаем. Там Паша всего, ну сколько дать, 3 секунды. Поэтому раз, ой, два, три, погнали! О, ура! Да! Таймер запускаю. И, ребята, самое главное, мне его просто осадить, и он стоит водой. Что такое? Но что ты такое? Меня не осадишь! Я тебя осадить! Ты понимаешь, у меня маленький размер байка. Я могу в любую дырку залезть, и ты ее там не достанешь. Ой, что такое? И куда повесился. Попался, да, попался. Нет. Дым, касание есть. Нет. Пока. Уезжаем. Ребята, теперь главное от него замаскироваться. В такое маленькое неприметное место, куда он не пролезет. Не уедешь, мелкий, иди сюда. Опа, все, замаскировался. Здорово. Что это за маскировка фиговая? Я за этой, за зеброй, или как она называется, за березой. Ага, пам. Нет, сзади ход. Какой пам? Тебя не коснулся. Ой, давай. И сейчас еще этот пам. Достань меня, попробуй, давай. Да что это такое? Уезжаем, быстрее. Моя тактика перестает работать, чуваки. Налево, вот сюда помещаемся. Ой, люди, остановите его. Что? Эй, пешеход ненормальный. Все, удачи. Он просто по забору проехал. Ребята, это читерская машина у него. Снегоход, не мотоцикл. У меня крутая тачка, у тебя фигня полная. Удачи. Стоять, я догоню тебя. Я его видел. Сейчас выберусь отсюда. Оп. Паркур джел! Нас не догонят! Он на мосте, ребята! Он где-то там слева на дороге. Я догоню! У меня еще минута есть, ребята! Давай! Где? Вот ты! Вот это трюк я! Видел? Что? Я коснулся? Да. Все! А теперь, ребята, тактика гараж! Тактика бэт-пещера! Давай! Нет, тут такой тактики тебе хана! Ой! Проблемы! Итак, прыгаем вниз! Ага! А теперь наверх! Прыгаем на тело! Обманули дурака на 4 кулака! Давай, Паша, догоняй! Он рассчитал мою тактику! Что такое? В ловушку? В ловушке ты! Я думал, ты там застрял! Все, хорошо, давай! Удачи! У тебя есть ровно почти 30 секунд! Так, ой! Нифига, он там по стенам летает! Я быстрее! Это, ребята, подземные горки! Здорово! Я уехал! Да он не поворачивает! Стоять! Ёлки-палки, ребята! Бегом, в этом туннелем его нереально будет догнать! Да что ты? Капец! Ты меня заманил в ловушку! Я не понимаю, куда он ездит? Давай, Паша, езжай! Второй раз не проведешь! Нет, мотоцикл! На касание! Все, уезжаем! Ребята, остается время! 5 секунд! Давай! Так! Уезжаем! Жамшу, Травшан! Ой! Все, я замаскировался! Где он? Время вышло! Ты меня не осадил! Это было реально на грани, чуваки. Первый балл у меня в коллекции. Но мы меняем байки. Переходим ко второму испытанию.
И теперь, чуваки, у нас с Пашей будет дуэль на следующих байках. У меня байкерский мотоцикл, а у Паши снега. Снегобайк опять. Опять снежный мотоцикл. Снегостыгал. Сегодня зимы нету, у нас уже лето. Ладно, давайте проверим, кто кого скинет с байка круче. Потому что кто кого скидывает с мотоцикла, получает 1 балл. Будет у нас либо 3, либо 5 раундов. Сейчас мы это проверим. Раз, так. 2, 3, погнали. Давай, Паша, давай, нападай. Опа. Я мастер дуэли, я всегда буду всех побеждать. Ты фломастер дуэли. Ниндзя, сумасшедший пьяница. Вот так, давай. Так, левый, правый. Подходи. Сумасшедший макака. Давай. Сумасшедший макака, бам. Ладно, что-то не сработала моя тактика. Как ты это сделал? Хорошо. 1 балл у него получается заработать, чуваки. Но сумасшедший макака атакует. Погнали! 2-й раунд. Дуэль! Да! Я улетел. Меня катапультировал. Иди сюда! Макака добивает. Фиолетовая макака, давай. Подойди ко мне только, я тебя смехну. Так. Главное, ребята, вовремя. Оп. Бойцовская обезьяна. Иди сюда. Да хватит за мной ездить, бойцовская обезьяна. Он пытается развернуться, но у него не получается, ребята. Давай. Что такое? Подойди. Здорово, как дела? Давай. Получишь. Ага. Чуть по башке не прилепил. Так, давай, Паша, давай. Покажу возможность сейчас. Да. Лицо по земле проехался за тебя. 2-1 счет уже. Капец! Какой ты макака! Делаешь? Ты макака! Я уже Кинг-Конг! 1, 2, 3! Кинг-Конг! Давай! А я Годзилла! Как ты макака, давай, краснокака! Иди давай, отсюда! Краснокака. Так, давай, Рёта, давайте! Во! У него просто, смотрите, Чётко! Главное вовремя ударить! И теперь, ребята, 4-й раунд. Счет я, кстати, выровнял. 2-2 у нас. 1, 2, 3. Давай, подъезжай. Ой. Подъезжаю! Атака титана! Получилось. У него, видите, сзади гусеница большая, сзади к нему не подъехать. Надо именно спереди бить его. Оп. Давай, сзади! Да. А я сзади подъеду. Ой, а я слева еще ударю. Не дотягиваюсь. Ты справа. Да, блин! Колесо себе оторви, это заднее. Гусеницу. Так. Не страшно, иди отсюда. А куда ты едешь? Иди сюда вниз, спускайся. Так. У меня макабры просто. Атака титана. Нет! 3-2, блин! Ладно, остается последний шанс заработать в этой битве балл, ребята, потому что у нас 5-й раунд. 1, 2, 3, погнали, я выровню баллы, 3-3 будет, не так? Так, давай, на! Главное, близко к нему подъехать! Давай, дуэль! Давай, 1, 2, 3, на! Нет! Что с тобой? Ладно, каждый по 1 баллу тут получает. Еще у нас 4-3 в пользу Паши. Ну, остается финальное испытание на последних наших байках. И теперь, чуваки, у меня большие шансы есть на победу, потому что у меня реактивный опрессор, а у Паши реактивная табуретка какая-то. Коляска! Нормально! Давай. Сегодня врываемся на военную базу с испытанием. Эй, последний выживший. Ладно, помогу тебе так и быть. Довезу тебя до военной базы, к танку прямо. Чуваки, испытание последний выживший. Кто сегодня получит? Получается, уедет до танков. Кто не получит последний балл? Держись, креветка. Что со мной? Ты куда улетел? Катапультировался. Я пока поехал. Ой, я случайно. A few minutes later. А мы, ребята, продолжаем. Паша вроде бы целый там. Еще пока что целый. Так, ракеты я протестировал. Они вроде работают. Давай, надо тебя вытягивать к танкам. Поехали, помогу тебе доехать до танков. Поднимай, деда. Давай, поднимаю, деда. Ты бабка, не дед. Так, ребята, давайте его. О, я придумал. Сейчас мы его на крышу ангара запекнем, а туда не спустится. Все, летай тут. О, самое то. Давай. Самое то, конечно. О, танки едут. Танки. Цепляйся ко мне, Паша, быстрее. Все, смотри, не буду. Ко мне цепляйся, я тебе помогу. Давай быстрее! Танк! Ой! Чё в меня тут стреляют? Паша! Проблема! Деда закинул на крышу! Слышь, ты, дед, спускайся с крыши, давай! Старый! Я тут останусь! Смотри, там пожар! Пожарная машина меня водой пытается потушить! Ребята, уезжаем! Давай, пожарная машина! Смотри, пытается! Водой атакует! Ой! Дед упал! Ребята, за дедом быстрее! Мне колесо лопнули! Как? Вон он летит! Паша, держись! Стоять! Я тебе помогу! Давай! Газуем! Ты без колеса! Ой, ты же вообще не будешь ехать! Все, танки едут! Поехали! Давай! Едем! Быстрее! Давай! Газуй! Разгоняйся! Поднимай мне вверх! Поднимаю! Вверх! Танки! Давайте! Стреляйте уже в него! Да он отцепился! Паша! Дед уезжает! Дед сваливает! Не надо уезжать! Ребята, это самая эпическая битва! Давайте! Форсаж! Кого взорвут? Тебя или меня? Давай, форсаж! Давай! Вот он поливает! Душ! Вылетел!
было у Паши? Да! А, что да, подожди. Тебя стреляют, а ты не взрываешься! Или взрывается? Взрывается? Не понимаю. Паша хоть и вылетел, но ребята его бомбанули по-жесткому. О, да! Получается, это была победа. Там уже без шансов. У него колеска это вообще не ездила. Ну и счет у нас выравнивается. Со счетом 4-4 побеждает сегодня дружба наравне. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравился, не забывайте ставить лайк. А также напомню, в комментариях пишите, какие контейнеры нам еще открыть. Самолетами, вертолетами, внедорожниками или бигфутами. Интересно будет почитать и пролайкать. Ну а с вами был Джейл Флейзин. Ссылка на Пашу будет в описании. Также переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем покедово, чуваки. Всем пока, народ.